Всемирная энциклопедия еды. Пряник. Тот самый пирожок на меду с повидлом и специями, знакомый с детства. Пряная выпечка популярна во многих странах мира. Но главным бестселлером считается все-таки тульский пряник. Его история начинается в 17 веке, когда царь Алексей Михайлович приказал испечь что-нибудь вкусненькое для своего сына Федора. Другой популярный пряник – козуля. Он родом из Архангельска и получил свое название от поморского варианта слова «козочка», так как выпекался в форме, похожей на козу или корову. Такие пряники использовались в обрядах во времена раннего средневековья и были связаны с плодородием и здоровьем скота. А причина – специи. Тогда они были дефицитом. Но с приходом христианства пряники стали символом Рождества и Пасхи.